жалеешь, что выследил рыцаря мстителей, бунтарь? Рыцарем мстителем самое место в камере Фобоса, негодяй! Горгуль подбит! Земные окуляры — это отвесно. В смысле, круто! Неважно. Беглый огонь! Обвал! Рассредоточиться! Скорее! Подвластны нам и пламя, и вода, и воздух, и волны лихой прибой. Открыть себе таланты никогда не поздно, мы идти готовы в бой. Бойся, беги, злодей, у нас одна команда. Мы сильны, дружны, не дрогнет рука. Чародейки. И, значит, иллюзия. Как спешить, Калиан! Достань суп Тонги! Автор сценария Кэрри Бейтс. Очутились прямо в школьном спортзале? Хорошо хоть лето. Бланк целит в подвал ресторан. Но попасть сюда в безопасность тоже неплохо. Согласен. Надо собрать припасы. Сперва найдем обувь, а потом по следу мстителей. Их след опасный след. Позови стражниц. Увы, стражницы сейчас заняты. Похитила Калиба, испортила школьный бал. Она даже во сне нас преследовала. Вот был кошмар. За рыцарями тоже стоит она, точно. Но мы не представляем, кто эта карга. Не в обиду вам сказано. Я не обиделась. Вот рисунок. Лицо старухи. Неизвестно совету Кандракара. Если бы я был на пике силы. Увы, я не могу узнать ее личности и цели. Но я чувствую, стражниц тревожит еще что-то. Ну, я начала метать молнии, а потом еще оживлять бытовые электроприборы. Прибавьте еще невидимость. И телекинез. Телепатия. Подростковые закидоны. Ваши новые способности нормальны для стражниц. Вы растете, как и ожидалось. Я очень доволен, что вы неразлучны. Даже в своих снах. Ведь сердце Кандракара требует от вас гармонии. О, с гармонией у нас все в порядке. Мы будем вместе целую неделю. Нежесть на пляже Корморан, предки постарались. Тогда приятного вам отдыха, вы его заслужили. Сдох от ваших дезодорантов. Про дезодорант ты верно заметил, братец. Он тебе нужен. Ирма, Крис, я не желаю всю неделю слушать телебранки. Надеюсь, ты прихватила Беруша. Где моя комната? Ты в ней стоишь. Твой диван. Так нечестно. Ирма притащила подружек. И ей же отдали лучшую спальню? Если это спальня лучшая. Брось! Замечательно! Недельный девичник! Одна ванная на восьмерых? Это шутка, да? Ха-ха-ха!
Ирма, почему Вилл ругает тостер и зовет по имени? А я обожаю изюм, Джуди. Дай сюда мой тост. Эй! Упс, прости, пап. Я думал, ты горишь. Хватит! Брысь вся на улицу! Знаешь, чего мне тут не достает? Еще одного бассейна? Пока либо скучаю. О, брось! Вы с Калибом только и делаете, что ругаетесь. Свести вас вместе на один денек будет самый скорый путь к разрыву. Интересно, в кого? Посмотри в зеркало. Пример для подражания. Напугала. Прости, хочу спрятаться от Корнелии. Своим нытьем про Калиба достала. Да, тут любовь. Да, ты бы замучилась слушать ее. У тебя-то еще не было парня? Я... мне и не нужно. Это удачно, потому что тебе и не светит. Да, удачно. Кто мог знать, что сеять семена раздора так просто? Слово здесь, слово там, и бери голыми руками. Ну, хватит обо мне. Твой выход, песочник. Рыцарями не вонять. Крысы и тухлые яйца. Ай, как у мамы на кухне. За мной! Кто хочет сок? Ой, сейчас напьюсь. Последняя башенка меня высушила. Только не это! Вся работа на смарку! Мой маникюр погиб напрасно. След довольно четкий. Пойдемте. Везу твою маму на романтический ужин. Фу! А мы с тобой идем на аттракционы. Папы, нет! Не скучайте. Пока! Лучше свидание с Бланком. Это все, чем они могут похвастаться? Да, столь откровенный примитив просто восхищает. Да, Вилл права. Нет у людей ни стыда, ни совести. Я выпью твою кровь! Я выпью твою кровь! Да, типичный отстой. Нехорошо, но я рада, что мой брат не рад. О, и каких еще ждать ужасов? Смех. Слабо, слабо, слабо. Крис! Слушай, ты электропугало. Никто не смеет тронуть его, кроме меня. В чем дело? Что происходит? Я выпью твою кровь. Но это меня не устраивает. Кто знал, что у мумии бывают проблемы с гардеробом? Твою кровь! Засохни! Хотя лучше не надо. Слушай, Крис, я знаю, это выглядело дико. Всему есть вполне рациональное объяснение. Сейчас мы его сформулируем. Не надо! Я знаю, что видел. Самый клевый дом с привидениями. Пошли еще раз.
так и знал. Эти сернистые испарения маскируют их запах. Куда делся песочник? Наверное, куда-то уполз. Бланк тоже лучше уползать. Запах ням-ням. Но рыцари страшилки. Жди здесь, подслушаю разговор. Вил, кого ты обманываешь? Монстры электромеханические? Это твой профиль. Почему бы не признаться, что ты подключила свою силу? Но это неправда. Эй, в той свалке моей вины нет. О, кто еще сумел бы оживить все механизмы? О, я просто не верил. Что такое? Прочла ее мысли. Она оживила монстров, шутки ради. Ничего себе! Моего брата чуть не съел оборотень! Да случись что-нибудь с ним! Ты бы злилась, что не сама прибила. Надоело ждать, когда вернутся песочник с ископаемым. Когда выполнят задачу на земле и разобщат стражниц навсегда. Калиб, не думать о голодном Бланке. О, зато Бланк сидит тепленько. Ой! Здорово. Не шпионить, рыцари не искать. Но все знают, Бланк любит париться. Все знают одно, ты стражу наводишь на нас. Я ему верю. Да ну. А что, проводник хотел попариться? И попарится, когда гейзер взорвется. Поможет, если Бланк сказать. Бланк просить прощения. Что это? Эй, Бланк, где ты? Ты уже нашел рыцарей? Калеб, так и знал, что недомерок не один. За ним! Прости, но я недоверчив. Зубами, Бланк! Давай зубами! Зуб запутан в паутине! Не зуб Тонги! Грызи! Едал и хуже! Сдавайся, Калиб! Всех нас не одолеть! Тогда ограничу с тобой! Славно. Вот только их тут нет. Ведьма, подъем! Ваши тайны рвутся наружу! Вил, это не смешно! Мои предки за стеной! Это не я, и твои родители не услышат. Ха, но они ведь умеют читать, а? Сок. Извини, хода нет. Лови ее! Разбудишь Криса! Хватай! Сейчас запишу колесами!
Не перебор? Это любимая игрушка Криса. Я думала только защитить наши секреты. Прости? Ирма, ладно, брось. Он переживет, игрушек полно. Да, он ведь гаденыш, а я пример для подражания. А? Пускай вы часто ссоритесь с Крисом. Не начинай. Что знает единственный ребенок про братьев и сестер? Эй, тихо. А то что? Натравишь тостер на нас? Знаешь что? Не командуй здесь. Лидер не использует силу для опасных шуток. Сказала, это точно не я. И вообще, я не рвалась в лидеры. Как, между прочим, и в стражнице. Как и все мы. Может, пора закрыть тему? И стражниц, и дружбы. Наконец, хоть в чем-то мы согласны. Довольно. Ну и ну. Я глубоко разочарован, дети. Ведь сердце Кандракара требует гармонии. Вы утратили гармонию как подруги и стражницы. Вилл, ты должна вернуть кристалл здесь и сейчас. Ясно. Я верну. Момент. У меня к магу есть один вопрос. Что за непонятки с твоей тенью? Тень тебе не подходит. Сейчас не время дерзить. Отдай мне кристалл. Хочешь кристалл? Получай. Сомкнуть ряды. Мы едины. Очень жаль. Очень жаль. А! Она карга! Умеет метать молнии. И она не одна. Кто-нибудь объяснит, как нам одолеть целый пляж? Как насчет грязевой ванны? Меняла облик и головы нам дурила. Пыталась рассорить нас и забрать кристалл. Квинтэссенция. Квинт, чего? Что это? Ого, вот и сюрприз. Иначе я не умею, подружка. Эй, Бланк, не хотеть мешать, но птички под ударом. Зато есть проблемы. О, шум разбудил моих предков. Так, не дышите. Надо зарыть улики. Ирма. Жаль, вы пропустили весь фейерверк. Было классно. Фейерверк? О, не могла разбудить. Ирма. Крис, тише. Не надо споров. Ух, идемте все спать. Ну?
нашим ссорам конец? Этой старухе ведьму никогда не победить. Мы гармоничный квинтет. Можно пойти на гармонию с Крисом. Ну, частично. Скинемся ему на новую пожарную машину. Как славно иметь подружку. Я дал и хуже. Автор сценария Кэрри Бейтс. Фильм дублирован в студии «Пифагор» по заказу Disney Character Voices International в 2006 году. Роли озвучивали Лариса Брохман, Юлия Артемова, Настя Волкова, Лина Иванова, Валентина Рубцова, Алексей Костричкин, Михаил Тихонов, перевод и автор синхронного текста Дмитрий Усачев и Екатерина Барто. Режиссер дубляжа Алла Гончарова.